Сегодня стрим о том, что вы сегодня должны угадать одного персонажа. Вжух! Так, Привет, друзьяшки, котятки, меня зовут Варя. Сегодня мы играем в игру PXD. И сегодня стрим о том, что вы сегодня должны угадать одного персонажа. Вжух! Так, персонаж, которого вы... Напоминаю правила. Ой, я делаю персонажа. Вы, если вы его отгадали, пишите в комментариях. Вот. Ну, такая девочка, в общем. Сейчас я буду делать. У нее темная кожа. Хотя мне не кожа, это животное. Это из... И, ребят, даю подсказку. Это из мультика «Кошечки и собачки». Я надеюсь, его кто-то смотрел. Вот. Так, я надеюсь... Так, хвостики мне надо. Я, конечно, бы я делала кое-что и другое. Так, не черный, ну, хотя бы более-менее. Но у него уши... Не, у него уши... Такие. Так. Так. Не могу понять. Ладно, давайте вот такие похожи. Вот чуть-чуть похожи. А, ребят, сейчас вернусь. Конечно, тут вот этих полосок не должно быть, по-моему. Так. Так. Мне нужно... На юбку из этой, от куклы Клоу похоже. Правда, мне эту никакую куклу Клоу не напоминает. Просто такая... О! Как скорбится. Это будут джинсы. Это, получается, делают джинсовый комбинезон, ребят. Да. Джинсовый комбинезончик у меня такой. У меня такой джинсовый комбинезон, в общем. Вот, я бы ее делала, знаете, что? Я бы ее делала... шляпку за стикер один. Вот. Вот эту собачку. Но мне подходит... Ну, мне это, поэтому вместо этого мне ушки. Вот, напоминаю, это из кошечек собачек. Такая у нее повязочка. Вот такой у меня комбинезончик. Так, ребят, короче, отгадывайте, что это за персонаж. Вот такой персонаж. Вот, ребят. Вот, ребят, попробуйте, отгадайте, что это за персонаж.